Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Обманутые дольщики будут получать денежные выплаты. Накануне официально начал работу компенсационный фонд участников долевого строительства. В него при строительстве новых домов застройщики должны будут вносить по 1,2% от величины каждого договора долевого участия. Если строительство дома окажется заморожено, проблему можно будет решить за счет денег фонда. Либо достроить объект, либо выплатить дольщикам денежную компенсацию. Какой путь решения проблемы выбрать, будут решать сами дольщики на общем собрании, сообщает «Российская газета». По словам министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня, уже 12 застройщиков внесли первые взносы в фонд. За первый год работы фонда власти планируют собрать 4,5 миллиарда рублей. Дайджест недвижимости. В области построили на 17% меньше жилья. Таковы данные Кировстата за первые 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Всего в 2017-м было построено 3545 квартир общей площадью более 320 тысяч квадратных метров. Объем работ, выполненных в Кировской области по виду деятельности строительства, оценивается в 21 миллиард рублей. В сопоставимых ценах это на 20% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Население за свой счет и с помощью кредитов построило треть от всего введенного в регионе в этом году жилья. Дайджест недвижимости. А сейчас информация от наших партнеров. Юго-западный микрорайон Кирова разрастается. Скоро там достроят еще один жилой комплекс из 3 девятиэтажек. Одна из них сдана, и покупатели уже заехали в новые квартиры. Сдача второй по адресу Ульяновская, 36, намечена на ближайшее время. Ведет застройку фирма «Маяковская». По словам ее директора Дмитрия Сергеева, кировчане выбирают жилье в спальных районах города потому, что это более доступная, но не менее качественная альтернатива жилплощади в центре города. Особенно в том случае, если дома построены из кирпича. А объекты Маяковской всегда в таком исполнении, отмечает Сергеев. Здесь мы преображаем целый квартал нашего города. Облик этого квартала выполнен одним застройщиком, одним архитектором. Причем сам проект получил премию на нашем областном фестивале. Здесь, помимо обеспеченности инфраструктурой, детскими садами и школами, дома выстроены по красной линии, а внутри получается такой уютный дворик, где жители всех домов могут провести время, например, на детской площадке. Парковочными местами этот комплекс будет снабжен выше требуемых нормативов. Мы пытаемся делать проживание в этом комплексе удобным. Сдадут дом по Ульяновской, 36, уже к концу года. Приобрести квартиры здесь можно как в черновой, так и в чистовой отделке. Причем на черновой вариант есть скидки до 4300 рублей за квадратный метр. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.